Привет всем! Сегодня мы будем и готовить, и также будем... Вот это... Я не знаю, Дима, что это такое. Без понятия. Да? Без понятия. Ну, я тоже. Ну, по-видимому, видно сдалека, что это вот горелка или что-то подобное. Печка, да? На чем? Жарят, варят. Это вот СССРовская продукция какая-то. Она валялась где-то. И мне его подарили. И вот она, конструкция, сейчас прокомментирую быстро. Труба где-то 50 сантиметров, нет, меньше здесь, да, Дима, где-то 40. С одной стороны она заглушена, капитально при том. По бокам здесь к трубе приварены гайки, и вот эти эллипсообразные вот эти ножки. Они уходят как вот козлово, не как она называется, тренажер. Ножки, здесь диффузоры, здесь вот заглушка. То есть можно одну сторону закрыть, если она не нужна. Если две, можно сюда чайник поставить, наверное. Сюда сковороду. То есть здесь еще, смотри, есть дефлекторы. Направление потока пламени. Вот они. Ну, можешь показать. Что, может кто-то захочет сделать. Вот дефлекторы. Вот направление, вот эта паяльная лампа, то есть оно приводится в действие за счет паяльной лампы. И вот поток идет с этой стороны, вот труба здесь открыта, здесь заглушена. И вот это направление потока пламени. Она очень удобная, ну сейчас мы ее проверим. Да, для тех, кто любит выйти на рыбалку, за город, для водителей дальнего следования, для дальнобойщиков, она вот... Смотри, они раскручиваются, вот эти ножки, его можно прямо вот эти ножки вовнутрь сложить и где-то аккуратно поставить, или в сумку, или в рюкзак. И чем она еще удобна? Например, закончилась, бензин закончился, можно слить там откуда-то или же с собой в баклажке, долить, залить. А если шмель всякая, вот что есть, газовая заправка бывает далеко от загородной зоны туда, то есть надо поехать, заправить, приехать. А здесь залил и все, и работает. Сейчас мы его приведем в действие, но еще скажу, вот у нас здесь лежат, стоят уже грибы. То есть мы будем испытывать, на что способна вот эта вот байда. Черный перец, соль у нас, здесь зелень, сметана, масло сливочное. Что у нас здесь? А, перец душистый, не молотый. Лук, там чеснок. Поехали. А, про сосиски я забыл, это говяжьи сосиски. Ну, опять-таки, наверное, рецепт новый получится. Посмотрим сейчас, что получится. Доведем до вас и будем пробовать. Давай, Дима, пока нарежем вот эти все овощи. Потому что сейчас эту мы, если заведем, включим, она будет шуметь. Будем резать, она будет без понту работать. Давай нарежем вот эти грибы. Начнем вот с грибов. Прямо вот так. Вот так вот пропорционально. А то они и так становятся маленькими. А грибы свежие. Вчера их. Не, сегодня их. Сорвал. Сорвал. Шутка. Приобрел, купил. Лук порежем кольцами. Давай, что его шинковать? Так, Дима, давай это, заведем эту шарманку. Шарманку или паяльную лампу в народности называется. Вот оно. Ну, наверное, не в первый раз его многие видели. А здесь что у нас? Краник, здесь посудина для бензина, для топлива, вот он бак. Потом у нас вот здесь жиклер, отсюда подается топливо. Здесь ванна, сопла, топло, диффузор. В принципе, все, и насос вот этот сбоку. Давай.
Ну, бензин предварительно заправили. Так. Аккуратно надо заполнить вот эту ванночку, которая под соплами, под диффузором. О, вот и чтобы... Вот сейчас у нас ванночка заполняется. Все, в принципе, закрываем краник, подачу топлива. Все. Сейчас будем поджигать. Так. Вот и все таким вот аккуратным образом. Поосторожней. Вот сейчас будет нагреваться, видишь, уже здесь бензин, вот в этом сосуде, как сопли. Он сейчас нагревается, здесь он перекрытый. Вот тот бензин, который находится в этом резервуаре маленьком, он сейчас нагревается, вот давление пошло. Итак, друзья, блюдо у нас уже готово. Выключили эту байду, лампу. О, видишь, как классно получилось. Ну, вкусный запах очень, да? Прикольно, хороший. А ну, вот смотри, как они пожарились. Зелень, все, он, чеснок, лук, все. Я думаю, отличная вещица вот эта, которая... Мы комментировали изначально. Давай попробуем, Дима. Будешь пробовать? Ну, сам попробую. Я попробую. Потом за кадром, да. Ну, давай попробуем. Горячо. Не, очень вкусно получилось. Мы же еще добавили урсхосунели и не прокомментировали, потому что шум... Ну, был от этой лампы, и невозможно было комментировать. Не слышно было, я поэтому. Итак, друзья, мы приготовили кое-как, не кое-как, а очень быстро даже приготовили. Вот на этой вещице, одним словом, хорошая вещица. До новых встреч, друзья. Пока.